Всем ку, продолжаем проходить мод на сталкер Тень Чернобыля под названием «Приход». Я опять забыл, как он называется. Ну ладно, я довольно быстро вспомнил. В общем-то, сейчас наша задача — это спуститься под землю, найти мастера. Мы ищем выживших всяких, потому что напомню, что зона захватила какая-то дерьмовая корпорация. Ну и вот мы тут выживаем как можем. Сейчас мы под неким прикрытием СБУ. Хотя я бандос, поэтому нас не трогают. Но под землей сейчас все будет иначе. Нас будут трогать по причине... Не знаю, просто по причине. Операция. Даже под землей ловит. Эй, придурок, проверка. Раз-раз. Раз-раз-два. Впервые жалею, что приказал ребятам убрать холодцы. С удовольствием бы тебя в них утопил. Опять этот клоун даже под землей достал. Ну да, тоннель с электрами теперь не тоннель с электрами, а просто тоннель. Напугал. Я слышу какого-то сталкера, но это мастер, очевидно. Нифига, он тут разваливает в соло. Нормально, красавчик, а ты где? А вот и где я тебя пропустил. Друг беде не бросит, раз снова видит тебя, раз-два. Нормально, ты место нашел спрятаться. Тупанул, ага, упырь по моей вине умер. Время будет, похороним и помянем. А сейчас, видел здесь типчика? В белой куртке и противогазе. Нет, только наемников корпорации. Черт, не хочешь в игру сыграть? Поимка на живца. Какую? То есть, поимка на офицера сопротивления мастера. Сзади, попался. Размолотим! Это кто это? Какой-то чел. Трофей на стенку. Из списка, который нам нужно убить, Семёз. Бегался наш неуловимый. А ты что? Думал, я буду о нем горевать? Все его акции теперь принадлежат мне. Спасибо, что сделал меня чуточку богаче. Ништяк мы его. Видел надписи на наймитах в скатах? НАТО вместо КОП-ЮА. И чё? А я говорил, что ВСУ получает поддержку с Запада. Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать? Хорош стебаться. Не вопрос. Как надоест тут сидеть? Двигай в X-18, там относительно безопасно. Обязательно. Ну, все, я пошел. Счастливого пути. Тебе тоже. Теперь что, встретиться с Кощеем в скобочках Римским? Он на свалке. Интересно, когда я выйду обратно, у меня снова сработает вот это вот прикрытие, заглушка, то, что я СБУшник. Или что, или оно так не работает здесь? Конечно же, не работает. Мне придется с этими толпами опять биться. В скобочках пробегать. Вот хрен ли вы тут сидите за забором, а? Я не понимаю. Сражаемся со сталью уже давно. Мы многое потеряли. Наши близкие еще погибли. Трофей на стенку. Но мы не одни. Сопротивление не просили. Больно было. Мы не сломлены. Главное, оставайтесь живых. Если бы вы знали, как вы нужны и как важен вклад каждого из вас. Это Паша Римский. Если вы меня слышите, вы есть сопротивление. Бла-бла-бла. Не забивай эфир, Паша. Если бы ты знал, как ты не нужен. И как не важен твой вклад. Держите в курсе, господа. Тут тоже все враги. Что здесь Кощей иногда тогда делает, раз уж тут так опасно? Ты заманал, ты можешь что-то новое сказать? Каждого убиваю. Больно было, больно было. Откуда это вырезано, интересно? Опять больно было. Мне больно слушать это скорее. Здорово. Здорово, здорово. Зря ты с беспредельщиком из СБУ связался, старина. Да, веселые у меня друзья. Палач-чекист, разводила телепат. Сколько их ты уже убил? 4 уже. Крут, ничего не скажешь. Круто было бы деньги увидеть. Всему свое время, старина. Оплата только по завершению работы. Но у меня есть для тебя новые игрушки. Показывай. Держи. Борг Чейзер. Где игрушки достаешь? Не задавай вопросы, на которые не хочешь знать ответ. Че? Раз ты теперь с Дегтяревым, будешь в Джеймса Бонда играть? Если так назвать тихий вариант, то да. Но попробуй, без шума суперов не замочить. Я что-нибудь придумаю. Знаешь, а в первую встречу ты ведь и не заикнулся, что все офицеры крепкие орехи. А ты бы поверил? В этом-то и твоя проблема, Римский. Ты никому не доверяешь и считаешь, что не доверяют тебе. Пальцем в небо тычешь, старина. Как тебе будет угодно. Че дальше? Найти Билла. Это в бар. Так, ну и дали мне вот такой дробовик, Борг. Что делать, если нужен гранатомет, а места для него нет? Взять гранатомет по Мендпше, бум. Чего? А, ни хрена себе. Интересно, ладно. А я напоминаю, что торговля с рук наказывается арестом в 15 суток и последующим штрафом. Если не согласен с правилами, можешь пройти в будку жалоб. Но лучше пройди нахуй. Кстати, а здесь работает, что я СБУшник. А почему у нас свалки тогда не работало и на агропроме? Ни хрена здесь народу в баре. Так, ну вот он бил, наверное.
Привет, я подсяду? Милости прошу. Как оно? Временами хреново, но в целом нормуль. Сам как? Такая же фигня. Каким ветром здесь? Служба? С проверкой, что ли? Ну, вроде того. Чего один сидишь? Боятся меня. Опасаются. Как бы я ни напился, и бошки не начал им откручивать. Вон как. А можно спросить, как ты таким стал? Не знаю, чувак, я тогда еще в свободе был. Проснулся с гулянки, бадун жесткий. Я по стенке ударил и насквозь ее. Вышел из казармы, а мне навстречу Жора два напаса. Я не в настроении был его приколы слушать, толкнул. Он отлетел метров на 10, спину сломал. И это я еще без экзы был. Правду говорят, что суперам хоть лом на башке верти, все похрен. Мне тоже хоть лом на башке верти. Вот дела. Поэтому никто и не якшается со мной. Да и в пенях, ты же теперь как Терминатор. Ага, в детстве любил комиксы про Супермена. Тоже мечтал стать сильным и летать людей спасать. Ну и чё, сильным стал, а людей спасать желания не появилось. Да и зачем, если все кругом козлы? Главное жить и не мешать жить другим. Красиво сказанул. А как со сталью связался? Само как-то вышло. Нашел меня тип один, представился человеком безумного Ленни. Предупредил меня, что Сахат и облаву планируют и предложил свалить из свободы, чтобы на них поработать. Ну, на сталь. Бросил своих, получается. Ну, если так рассуждать, да. Но я не считаю себя виновным, че. После того, как сверхсилы появились, от меня все шарахались, так что не жалею, что ушел. Так ничего и не поменялось по итогу. Поменяется. Ленни обещал скоро всем красивую жизнь где-нибудь на пляже. Хотя я предпочел бы Багамы. Багамы и есть пляж. Да? Не знал. Это потому, что кругом обман. Возможно. Слышал, кто-то начал ваших суперов гасить? Конечно, слышал. Слушай, принеси мне пивасика, а? А я тебе расскажу кое-что. Например, твоим главным... Сука. Твоим главным будет интересно послушать, отвечаю, жди. Взять пиво. Вот это задание. Боже, тут вся музыка на базах заменена на кринж какой-то. Здорово. Ты когда успел в СБУ записаться? Если что, ты меня впервые видишь. А раз-два, это мой позывной. Хорошо. Меня послал Дегтярев. Боже, неужели я наконец спасен? Как же достали эти уроды? Всему свое время. Мы вытащим тебя, но надеемся на твое сотрудничество. Внимательно слушаю. У тебя есть крысиный яд? Крысиный яд? Ну там мышьяк, может цианид. Какой еще цианид? Нет, ничего такого нету. А ты посмотри внимательно в свои закрома. Вообще-то что-то похожее было. Болотный доктор оставлял мне пару капель мертвой воды. Она способна завалить супера? Думаю, да, надо попробовать. А если, скажем, в пивасик добавить, сработает? Говорю же, не знаю. Ладно, проверим. Организуй мне бутылку черниговского и добавь в нее свою воду. Сейчас. Держи. Эффект сразу проявляется. Нормальный человек откидывает коньки за 3 часа. Что с супером будет, понятия не имею. Ну так что, вы с Дегтяревым мне поможете? Мы поимеем сталь, но нужно время. Не забудь, что я для вас сделал. Само собой. Не в курсе, где осведомитель? Свалил из зоны. Тогда, может, ты знаешь, как сталь заделывает суперов? Это надо у ученых поспрашивать на интере. Ладно, закончу с сайфером, там видно будет, бывай. Боже, там какой-то рэп играет из громкоговорителя. Какой ужас. Вот надо было вот это мутить. Нахрена? Держи свое пиво. А себе чего ничего не взял? Я на службе. Ну, как знаешь. О чем ты хотел рассказать? Да я забыл уже. Угораешь? Да со мной частенько такое. Жаль, препарат тебе мозги не прибавил. Чего? Музыку, говорю, неплохо было бы прибавить. А, это не ко мне. О чем мы говорили? О том, как становятся суперами. Точняк, я тебе вот что скажу. Ленни поручил развернуть на Янтаре и Агропроме команду ученых. То ли биологов, то ли химиков. План таков. Наштамповать побольше таких, как мы. Мы? Ну, из золотой семерки. Золотой семерки? Ну да, как в фильме. Только нас не 7, а 11. Так, стоп, уже как раз 7. Скоро будет 6. Чё говоришь? Говорю, скоро начальник позвонит мой. Надо отчет составлять. А, ну не вопрос. Спасибо за компанию и пиво. Не за что. Теперь задание подрядить узбекского. Это как раз таки по пути на янтарь, на дикой территории. Рэпчик скорее пробегаем. И уходим на дикую. Внимание! Я удваиваю награду за бандита раз-два. Отныне его голова стоит $1 000 000. К тебе это тоже относится. Убей себя и забери награду. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Друзья, давайте вы не будете загораживать проход. Чел, ну ты встал, конечно. А что это такое? Ага, это газовая горелка. А узбекский что, теперь в тоннеле, что ли? Походу. А, ну слушай, аномалии-то убрали. Теперь тут реально человенько. Вот ты говорил, что ты можешь найти все, что угодно. Ага, шучу, вы что думали, сейчас рекламная интеграция опять будет? Есть работа. Приветствую отдыхающих. Ты когда мусорнуться успел, раз-два? Я типа под прикрытием. Как в фильмах про ментов, только наоборот, изображая мусора. В таких ситуациях и имя меняет. За тебе лям назначен, приятель. Делаю расчет на человеческую тупость. Мало кто в контакты палит на своем ПДА. Есть такое. У меня для вас работа сверху, ребята. Че за работа? Нужно найти стрелка. Сразу нет. 40 тысяч, половину сразу. Нет, нет, и еще раз нет. 50. Пока раз-два. 60, больше не дам. Хорошо, но половину сейчас. На. И мы его только найдем. Близко к нему подходить не будем. Ты вообще знаешь, на что этот черт способен? Не вопрос, только найдите. Это все, что от вас требуется. Я скину тебе бичку, как срисуем его. На радиосвязь сейчас опасно выходить. Буду ждать. Так, все, теперь поговорить с учеными. Это уже на янтарь кондехать. Ну и че ты встал? Ну, мудаки, блин.
Просто всюду шастают, везде все загораживают. Но вообще приятно то, что хоть какие-то локации позволяют пробежать с нейтралитетом, потому что я бы запарился просто на всех локациях вот это вот убегать или стреляться. Убегать тоже не так просто, блин. Иногда могут зажать так очень успешно. А когда по тебе попадают, ты же стопишься. Блин, я уже по привычке хотел тут как-то вот так вот, типа, знаете, мансовать, там болтиком, если что, аномалии проверять. А тут же теперь ничего нету. Коля, снайпер. Коля, ты что тут забыл? Жизнью маньяк. Но это люди. У них есть друзья, семья, дети. Они честные работяги, в отличие от тебя. Да закрой рот свой поганый. Нифига, двери на растопашку открыты. Что, военные? О, а, ну точно, я ж Сахарова грохнул. Я сначала удивился. Лавров, а ты кто? Сименов, специальный агент Раз-2 СБУ. Очень рады. Меня интересует информация о препарате, дарующем суперсилы. Вы о препарате В? А что это? Ну как же, препарат, дарующий суперсилы. А как вы... Коллега, взгляните, какой отличный экземпляр. Давление 120 на 80, ровный пульс. А физическому состоянию позавидовал бы и Атлант. Чегось? Да, я вижу. Очень занятно. Даже Сайферу до него далеко. Вы употребляете, молодой человек? Регулярно. Очень хорошо. Так что в этом хорошего? Я так понимаю, последние годы вы сидите на наркотиках, которые нашли в зоне? Ну типа того. Видите ли, марихуана, выращенная на этой земле, обладает удивительными свойствами. Не буду нагружать вас химией, просто скажу, что она дарует суперсилу. А препарат В? Мы выделили его из мертвых тел свободовцев. Если вы помните, это они выращивали коноплю. А по другим наркотикам что? Все еще проще. Промариновавшись в земле в ваших так называемых закладках, они все приобрели свой. Усиливать своего потребителя. Я точно не сплю. Но вот вам ложка дегтя. Препарат Вэй сушает организм. Возможно, вы проживете лет 10-15. Никто не даст гарантий. В смысле, я же бессмертен по сути. Да, но мы еще не знаем, что бывает, когда действие препарата заканчивается. Ни один наркоман в трипе не задумывается об отходнике. Еще один момент. Мы испытывали препарат Вэй на куче добровольцев. Положительный эффект наблюдается только у тех, кто регулярно употреблял наркотические вещества. Скажи, а у осознания мог быть аналог такого препарата? Откуда нам знать? Но скорее всего он действительно был. Скажу по секрету. Я думаю, что они по ошибке накачали им стрелка, когда он к ним попал. А он потом вернулся и разгромил их ко всем чертям. Правда забавно? Этот лысый маньяк? Да, есть в нем что-то забавное. Что-то еще хотели бы узнать, специальный агент Раз-2? Где мне найти JV? А, он в лаборатории. Нажрался В и спит. Я проинспектирую. Цель JV. А потом вернуться к Кощею в скобочках Римскому. А где Кощей в скобочках Римский? Понятно. Блин, в лабе? Не хочу в лабу. В лабу заходишь и в начале локации что-то делаешь, а потом тебе нужно вернуться обратно, а обратно ты вернуться не можешь, и тебе приходится через всю лабу бежать. Так оно и обычно и бывает. Показываю для особо одаренных. Нижняя кнопка на экране главного меню. Ха-ха-ха-ха-ха. Нормально. Так, подожди, подожди. Почувствуй это. Почувствуй. Нормальный пистолет. Нормально, нормально. Правда, не все отлетают от этого. Некоторые выдерживают, но все равно прикольно. Я, правда, не вижу всех, кто где, откуда пукает. Потому что не все со включенными фонариками ходят. Некоторые крусики сидят в темноте и просто пердят с глушителей своих. Но все-таки это JV в конце лаборатории. Ладно, хоть что-то. Хоть не так обидно будет. Так, надо потихонечку, кстати, вот эти вот патроны собирать. Потому что сказали, в будущем будет М1000 Dagger. А, вот он валяется, лол, реально спит. Гитара. Саламчик. Ладно, с ним поговорить нельзя. Прощаемся. Сколько у тебя еще высадить-то надо? У меня не было времени заняться этой установкой. Боже, ты посмотри на этот мозг. Знаешь, в чем успех этого проекта? Война. Советы соперничали с Западом в гонке вооружений, и это дало свои плоды. Вот после каждого его сообщения сразу вот этот мем в голове вспоминается. Вот это шокальное превью к какой-то нарезке из CSGO и с надписью «Чё он несёт, сука?». Как ты выбрался? Я же приказывал заделать эту дыру. Ну-ка вызовите в мой кабинет прораба, что работал на Энтаре.
Все снорки здесь заменены, конечно же, на людей из этой корпорации вонючей. Конечно, немного жалко то, что мутантов здесь нет. Я бы протестил этот дробовик против мутантов. Мне кажется, было бы прикольно. Дробь уже потихонечку кончается. Я не знаю, где ее брать на самом деле, потому что враги с дробовиками не ходят. А как назвать этот ствол? Если дробовик от слова дробь, то здесь мы по факту метаем гранаты. И что это получается? Гранатовик? Ну, получается так. Куда побежал? Тебя никто не отпускал. Блин, 10 выстрелов все осталось. Да, дай пройти, говно. Здорово. Почувствуй это. А что, все у меня... Ага, слетело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я попал. Жаль ему похер. Ладно, с этого попукаем. Ой, больно, больно, больно. Тише, тише. Тише, другалек. Все, сбит. Я миллион раз уже рассказывал и расскажу еще раз. У меня как-то так получалось один раз в ТЧ, что когда сюда прилетали два вертолета зачищать территорию завода, один в другую попал ракетой и, короче, сбил его. У меня даже скриншот в Стиме есть. Там, конечно, ничего на нем не понятно, но это вот оттуда. Да, я знаю. Особенно те, кто обладает хорошей памятью, те, кто смотрит меня давно, они эту историю слышали уже, наверное, раз 20. Ну вот, услышали 21, значит. А что, мне на дикой сейчас тоже все враги будут? Нет, на дикой, слава тебе, господи, прикрытие работает. Так что все нейтральны мне. Так, я вот не понимаю, он именно... Приветствую слушающих. Вы на волне Сталкер FM. И я его ведущий, диджей Жбан. К нам в студию попала запись радиопереговоров бойцов сопротивления. Напоминаю, эта организация запрещена на территории ЧЗАО. На ней слышно, как террористы атакуют позиции наших солдат. Послушайте сами. Мы заехали на остров, до которого, собственно говоря, есть дом. Разболотим! Мать вашу! Зашите мной! Вот это дело! Давай, ебать! Рви, я его прижал! Нахуй, нахуй, разболотим! Зачистим мной! Зачистим! Мать вашу! Прикрой, мужик! Выноси бельё! Попали, попали, суки! На хава, сука! Господи, за что? За что мне все это? Узбекский, засекли стрелка на ферме в ТД, давай речи, долго мы его пасти не будем. Понятно, но сначала я все-таки с римским поговорю. О, ты прям тут у могилы сидишь. Знакомый твой? Сашок Кострома. Чем знаменит? Герой-любовник, пришел в зону за душой вылечиться от СПИДа. Не получилось? Получилось. А чё лежит тогда? Хлебом подавился. О как. Я думал, ты вытянешь из ботаников побольше инфы. Не люблю много вопросов задавать. Но ты не поверил? Ты мне скажи, правда это или нет? Абсолютное. Именно поэтому сталь перекрыла весь наркотрафик в первый день. Козлы. Ты ведь потому и согласился? Что ты имеешь против стали? Из-за них весь бизнес по пизде пошел. Справедливости ради, он пошел по пизде, потому что Морган вас кинул, переметнувшись. Да и без него как-то живем. И все же дожимать сталь до станции ты не хочешь. Очкую. Больно много техники там. И чекисту я не доверяю. И правильно, он не рассказывает тебе всей правды. Ага, как и ты. Ты пока не готов увидеть всю картину, старина. И дело даже не в том, поверишь или нет. Просто наберись терпения. Как скажешь. Узбекский уже выследил стрелка? Зачем спрашивать, если знаешь? Считай это типа вежливостью. Ты хочешь убить его? Не думаю, что получится. До тебя все не дошло? Супер способен убить другого супера. И Дегтярева тоже? Конечно. И его хочешь завалить? Рассматриваю такой вариант. Он еще нужен. А стрелка валяй, клади. Странно, чекист предлагал мне расстрелять себя, мол, проверить. Он блефовал. Знал, что ты не станешь этого делать. Так и думал. И слушай еще. Сейчас тебя вывез... И слушай еще. Сейчас тебя вызовет сталь к себе на ковер. Не морозься, встреться и поговори, это важно. Ну, если ты так говоришь. Давай, старина, чего тебя бояться в самом деле? Действительно. Мистер, раз-два, немедленно пройдите к ставке командующего. Ага, поговори с представителем стали. Ну, к ставке командующего мы подойдем уже в следующей серии. Чё могу сказать? Ну, блин, не знаю.
Что-то этот мод, конечно, слишком уж в юмор ушел. Я, конечно, не против, но не знаю, короче. Ладно, пофиг. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие видео по сталкеру. Вступайте в группу, заходите в телегу, все есть в описании. Также в описании есть ссылка на плейлист. В случае, если вы не видели прошлую серию, обязательно посмотрите их. Всем спасибо, все свободны.